Молодой картофель. Только что выкопала. Смотрите, это нормальная картошка. Один корень. А один, вот посмотрите, в нем какие картошки. Вот. Она уже наращивает молодой побег. И маленькие картошники наращивает. Что творится? Что творится? Я не знаю. Может быть, жара виновата. Жара была страшная. Наверное, она уже заканчивала свой рост. И вот неделю назад дождик. Наверное, начала снова расти. Что делать? Что делать? Выкапывать ее совсем или не надо?